Ну что, Андрюшка, давайте, готовьтесь. Давай. Нет, предохранитель ты нахуя сначала открыл? Ну, а нужно сначала завести. Дергай до конца, все, отпускай. Еще раз дерни. Нет, стой. Не надо. Вот так надо нажать. Давай, до конца его толкни, патрон самозарядный. Толкай вперед. Все, предохранитель нажал. Все. Ну. Теперь целься. Камеру не попади. МР-153. А? Давай. Блять, надо щеку, чтоб не уебало. Убежала льдина. Предохранитель поставь. Норматив какой там, как в армии. Давай. Бля, даже дальше убежал. Нормально. Топ. Давай. Угу. Фишерман Хунтер. Предохранитель. Угу. Все три раза льдина упала. Андрюха молодец. Женек, специально для тебя сибирский бродяга. Для твоих походов. Охуенно разводить костер. Горелка следопыт. У тебя там сухие есть дрова. Сосна, хуесна. Она быстрее загорается, чем вот этот вот тальник с иртыша. Подкладывай, Андрюха, помаленечку. Вот так, да. Видишь, женек, уже костерок горит. Выключаем. Я видел, короче, ты мне сейчас, женек, в WhatsApp звонил. Я, короче, не слышал. У меня, короче, связь херовая. Я тебе попробовал позвонить. Наверное, с минуту до звон пошел. Ну, через минуту примерно после начала звонка. Но ты не ответил, короче. Видос выложим, который сегодня засняли. Вот так вот. Достаточно огня. Вот такой вот костерок 20 января 2019 года, хотел сказать, 18 или 17. Такие вот дрова летают ко мне в мою сторону, бля, чуть ли не в меня, нахуй. Да они вообще летают. О, бля. Вот такие вот дела, ребятки. Женек, посмотришь видео, подпиши кого-нибудь из своих друзей, поделись им в Одноклассниках, ВКонтакте, блядь. Вот. Вот такой вот у нас плитка. Подогревающий. А, гречневая каша? Да. Нихуя, где ты ее нашел? Как где он, нахуй? Подо льдом выловил. Чание кашки. Че, ребят, потихонечку, короче, наяриваем хлебушек, кашку гречневую рядом с дымом. Вкусненько, ребятишки. Вот. Можно было сало брать, но я не стал. Вкусно. Вот это выходные сегодня мы начали. Ну, начали и закончили, можно сказать. Ну, еще не закончили. Нам еще километров через 5 только закончится, Аня. До дома чесать и чесать.
Скажи, сколько чесать еще, ё-моё. Да чесать вообще далеко. Mm-hmm.